Всем привет, ребята! Сегодня мы снимаем видео, рассмотрим мои игрушки. Мы хотим с Алисой показать вам вот такие необычные палочки. Они очень прикольные, очень красивые, прикольно декорируются. Все это снимается, даже вот эта меховушечка снимается, и можно сверху одеть вот такой наконечник. Вот это от второй палочки. А это меховушечка от этой палочки. Звездочки заменяются. Вообще звездочка должна быть одна здесь, одна здесь. Вот эта штучка тоже одна здесь. И бантики. Все снимается. Что это за палочки, мы не знаем. Они у нас были вот в такой коробочке. Нам просто понравилось, как они выглядят. И что это за девочка, мы тоже не знаем. Да, Лисюнь? Алиса. Алиса? Кто знает, напишите в комментариях, что это за девочка, что это за мультик. Палочки называются Fula Princess, Light and Sound, Secret Rhythm Sticks. Вот. Сзади написано, что у нас идет в наборе. Написано, как пользоваться, но я не понимаю ничего. Алиса, это же кольца, ты посмотри, это же могут быть кольца твои. Ты можешь одевать это как колечки. Класс. Ну, давайте скорее посмотрим, что эти палочки умеют делать. Ой, наш снежок упал, маленький снежок. Посмотрите, какой у нас маленький котенок. И у него ранка. Маленький, маленький. Ранка Алиса заклеила. Алиса очень заботится об этом котеночке. Давай на ручках буду держать. А ты тогда показывай палочки. Ну, Алиса здесь, смотрите, вообще много всего. У нее здесь есть Соник, есть туфельки, платье от куколки Шопкинс. Верблюдик стоит. Кисточка у нее тут какая красивая лежит, уникорн. Берем палочку в ручку и пробуем что-нибудь нажать. Мы вообще думали, что это типа рации что-то, но это не рации. Нажимаем вот сюда. Вот сюда нажимаем. Нажимаем вот сюда. А сюда? Нажимай еще раз. Сюда. И еще будет песня? Пока не нажимается. Так, еще что есть? Тук-тук. Тук-тук-тук. Она на удары реагирует? Ну-ка попробуй ей вот. То есть ты уже не нажимаешь, да? Ребят, так это волшебная палочка. Ну-ка, дай проверю. То есть... Ой! Убила ее. Ты ее выкачала. Да, ты еще убил. Да ну. Превратись в русалку. Я и так вам русалка. Ну круто, круто. Так, еще что она умеет, Алиса, покажи нам. То есть разные звуки издает, да? Алиса, здесь поинтереснее. И она еще с вибрацией чуть-чуть вибрирует. У меня такая же песня. У тебя есть? Соник не дает свои кольца золотые. Они у него в ручках, да, Алис? Он их не дает. Алиса у нас фанатка Соника. Она себе купила вот такой брелочек. Куда ты его будешь вешать? На ключики? Да, когда вырасту. А что еще хочешь показать? Какие еще у тебя игрушки есть? Еще давай я расскажу про него. Давай. Еще у него такие красивые ботиночки. Угу, кроссовочки, да? Еще я узнала, что это Йос Турбой. Йос Турбой. Йос Турбо? Йос Турбой. Йос Турбой, да? Хм. Еще, красивый. Ребята, дайте, у него сгибаются вот такие. Еще. Иголочки, да? Да, сгибаются иголки. И это ёжик. Ёжик, да. Соник это ёжик. И у него смешной носик. Да, он очень смешной, такой маленький, хорошенький. Ребят, я еще хочу показать вам вот эту сумочку.
Смотрите, какая сумочка красивая, рыбная. Она у нас двухцветная, может быть фиолетовая, может быть зеленая. Да, я покажу. Показывай. Смотрите, она может быть фиолетовая, а может быть красивого морского цвета, какой-то зелено-голубой. Очень красивая сумочка. А вот сейчас правда и субуха. Смотрите, какой плавник шикарный. Красиво. Хочешь, давай. Буква. Буква. Вот буква. Молодец. Ребята, хочу вам еще показать свою девочку. Это Шопкинс невеста. Очень красивая девочка. А что у нас в Краснодаре таких не продают, Алис? Ты не видела? Нет, я не видела невесту. Смотрите, как у нее красиво сделан хвостик. Я хочу Алисе также попробовать сделать спиралька. Хочешь волосы как-нибудь попробуем так сделать? Угу. Ребята, на бой у нас была куколка одета, как невесту настоящую. Это ее юбочка. На голове ободок с тортиком. Туфельки тоже очень красивые. Сейчас покажу вам, какие туфельки. Посмотрите, какие красивые туфельки, какой у них необычный каблук. Вот такие туфельки. Вот такая расчесочка была в наборе. Обратите внимание, юбка спереди короче, чем сзади. Это очень оригинально, очень красиво. А еще смотрите, была в наборе вот такая подставочка. Это, видимо, для самой куколки. Нет. Это для тортика, да? Нет, она вот тут была. А, ну как-то крепится. Был букет невесты. Вот. Ой. Такой букет невесты. И Шопкинс маленький кусочек тортика. Вау! Вот такие покупочки у Алисы. Про котика не рассказали. Про котика не рассказали. Мне кажется, мы про него уже рассказали, нет? Ну давай рассказывай, раз не рассказали. Ребята, этого котика зовут Снезок. И ему 2 годика. Угу. У него есть печальная ранка тут. Да, печальная ранка очень. И еще он как настоящий. Да, просто как сиамский котенок. Просто это игрушка. Еще мама был Снежок такой же. Да, точно такая же порода был. Снежок у меня, котенок, он упал с 7-го этажа, представляете? Но это было давно. Он залез на форточку, не удержался и упал вниз. Это было ужасно, я так плакала сильно. И Алисе рассказала эту историю, и она решила купить себе такого же котеночка. Да, Алиса? Угу. Да. Еще, ребята, знаете, у мамы был такой же мальчик. Мальчик, он был мальчик, правильно. Его звали Снежок. Да, Снежочек, точно так же его и звали. И еще, у него есть тут так же. Да, вот как такие. У сиамских кошечек, у него мордочка темного цвета сделана, ушки темного цвета и лапки, кончики лапочек. И другие. Пальчики, лапки. Пальчики, да. Да, точно, еще, сиамские. Еще у них есть когти. Конечно, как у любой кошки. Мама, сколько ему было лет? Снежку было уже 4 годика. И моему так. Да? Ребята, мы же вам не показали самое интересное. Это меховой блокнотик. Он у нас идет с ключиками и с замочком. Если потеряет. А где у него ручка? Ручка? Где ручка? Вот она ручка. Ручка нашлась. Ребята, вот у нас замок красивый, который делает вот так и вот так. Закрывается, открывается. И давайте приступать. Но только, ребят, тут есть запасной ключ. 2 ключика, да. Один запасной, один основной. И вот такие дверки. И тут немного я порвала бумагу. Да, Алиса уже начала вырывать листочки, зачем, непонятно. А покажи, что ты там нарисовала внутри. Сейчас вам нарисую. Давай. А что ты хочешь нарисовать? Давай все для подписчиков нарисуем. Угу. Это будет рисунок для подписчиков. Для тех, кто Алису любит, кто смотрит ее видео. Ой, не то нарисовала. Ой, Алис, ну начинается. Сейчас будет самое красивое. Давай. Ребят, кстати, кто хочет сигну от Алисы, пишите в комментариях. Сигну какую? Да, мы разыграем сигны. Сигны — это когда, Алиса, держишь табличку с именем победителя. Мы разыграем сигны и выставим их в нашей группе ВКонтакте. Я 3 разыграю. 3 разыграешь? 3. 3 разыграешь. В общем, ребят, пишите в комментариях, кто хочет сигну от Алисы. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте.
Ссылочка будет в описании под этим видео. И, возможно, вам повезет, и вы получите сигну от Алисы. Ой, я такое это уже сердечки, делала. Да? Я уже такое делала. Смотрите, как она сердечки интересно рисует. Ой-ой-ой. Они у нее такие кругленькие, пухленькие, наполнены любовью. Да, Лисенька? Смотрите, как я могу. Вот, посмотри. Очень красиво. Алиса купила огромное полотенце, очень классное. Полотенце продавалось вот в таком рюкзачке. Сейчас мы его покажем вам. Чик. Посмотрите, какое красивое полотенце. Оно такое же веселенькое, яркое, как наша Лисюнька. Еще наклейки она вам не показала. Боже вот. Мой, Алис, это видео не закончится никогда. Ребята, еще у меня есть такое. Очень красиво, дочь. И корона. И корона. Пока-пока, ребята. Закрывайте экран.